Представители благотворительного фонда «Счастье жизни» и администрации Одинцовского округа отправляются в один из крупных гипермаркетов за подарками, которые спонсоры подготовили для многодетных мам. В каждой семье по два пакета. В одном – фрукты и полезные продукты, во втором – сладости. Давайте посмотрим, что у нас тут. Зефир, вафли. Так, вот это взяли. Взяли чай. Всего 4 больших продуктовых тележки. Сумки с трудом помещаются в багажник внедорожника. Первая остановка – деревня Ликино. День добрый. Мы вас пришли поздравить с Масленицей, с весной, с прошедшим женским днем 8 марта. Пожелать вам и вашим деткам благополучия, здоровья и всего самого-самого хорошего. Берегите друг друга, любите. Ну и развивайтесь. Вот вам небольшие подарочки. У Натальи Александровны 5 детей. Младшему 9, старшему 21. Подарком рады все. Очень рада видеть всех. И подарком рады, и дети мои будут рады. Вот сейчас придут со школы и скажут: мама, что нам Ирина Анатольевна привезла с администрации? Okay. Вот будут разбирать подарки. Далее гости едут в Жаворонки. Там уже собрались многодетные мамы вместе с детьми. Девочки мои красавицы, дорогие, давно мы с вами не виделись. И сегодня у нас вот такой вот вроде не мартовский день, но все равно я вас хочу поздравить с нашим замечательным женским праздником. И я хочу вам сказать спасибо большое за то, что вы вот в таких сложных условиях находите возможность, воспитываете деток, вы работаете. Спасибо вам всем большое. Дети вместе с мамами с удовольствием разбирают подарки. Камиле 7. Девочка серьезно оценивает содержимое пакетов. Дома ее ждут старшая сестра и младший брат, пока они с мамой ходят за подарками. Для нас очень это важно, то, что не обходит вниманием администрации нашей. Ой, я очень волнуюсь, я не готовилась. Вот. Хотела выразить очень большое спасибо и поздравить всех дам с прошедшим праздником. Спасибо вам большое. Такие совместные акции уже стали традиционными. Администрация округа и благотворительный фонд понимают, многодетным семьям очень нужна и важна поддержка. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».